Повысить безопасность на дорогах помогают профилактические мероприятия, и поэтому их регулярно проводят в республике. Какие транспортные средства проверяли на этот раз и какая оперативно-профилактическая операция проводится в Карачаево-Черкесии сейчас в репортаже Аллы Динаевой. Сегодня в Черкесске по улице Ленина автобусы и маршрутки останавливали и проверяли на наличие аптечек, огнетушителей, страхового полиса, путевого листа, диагностической карты. Страховка. Также в рамках оперативно-профилактической операции автобус сотрудники госавтоинспекции, Ространснадзора, Государственного автодорожного надзора осуществляют контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств и выполнением установленных требований к состоянию здоровья и режиму труда водителей автобусов. Основная задача мероприятия – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с транспортными средствами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и легковым такси. Особое внимание обращается в первую очередь на документацию при остановке транспортного средства, то есть на путевой лист, на прохождение предрейсового медицинского осмотра, предрейсового технического осмотра. Далее внимание обращается на техническое состояние транспортного средства, на внесение в него изменений в конструкцию данного транспортного средства. Если что-либо не соответствует, соответственно, водители и юридическое лицо впоследствии привлекаются к административной ответственности. Сейчас у детей каникулы и старшеклассникам Хумаринской школы учителя решили показать краеведческий музей в Черкесске, и на школьном автобусе они прибыли в республиканскую столицу. Школьный транспорт, занимающийся перевозкой детей, проверили сотрудники ГИБДД и надзорных организаций. Как рассказали сотрудники ГИБДД, вообще подобные профилактические мероприятия проводятся ежеквартально, а в этот раз операция «Автобус» продлится до 28 марта. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.